7 апреля сотрудники госавтоинспекции Кашхабльского района вместе с представителем Федеральной службы судебных приставов выехали в районный центр, чтобы проверить исполнение водителями обязанностей, в частности, своевременной уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Сегодня на территории района сотрудниками госавтоинспекции совместно с судебными приставами проводится профилактический рейд «Должник». Цель данного мероприятия является выявление лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов в установленный законом срок. В ходе мероприятия госавтоинспекторы также напоминают водителям о преимуществах использования портала госуслуг и 50% скидки при своевременной оплате штрафа. Автоинспекторы останавливали машины для профилактической проверки, а судебные приставы проверяли по базе данных, не числится ли за водителем долг. Ведь, как показывает статистика, наибольшее количество задолженностей – это административные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Подобные рейды носят регулярный характер. Инспектор надеется, что с каждым таким рейдом в будущем им придется останавливать все меньше машин.